Вечер по задворкам, разухабистой гурьбой, по сугробам, по пригоркам мы идем, бредем домой. А постыливаются ласки, и садимся в два рядка, слушаем бабушкины сказки про Ивана-дурака. И сидим мы, еле дышим, время к полночи идет. Притворимся, что не слышим, если мама спать зовет. Сказки все, пора в постели, ну а как теперь уж спать? Опять мы загалдели, начинаем приставать. Скажет бабушка несмело, что же сидеть-то до зари? Ну а нам какое дело? Говори да говори.